Давай. Ура, ура, ура. Мы теперь собираемся поехать на остров Морено. Мурано. Вместе со Спартаком. Да. Вот он я. Для этого необходимо сесть на маршрут номер 41. Пойдем. Так, нам нужно куда-нибудь. Не, не туда, не туда, не туда. Здесь давай. Давай сюда. И будем снимать. Ага. Вот это Адриатическое море. Мы едем по Адриатике. И это путешествие очень интересно. Ветер приятный. Спартак, поставь на себя, пожалуйста. Я тебя снимаю. Нет, не только меня надо. Мне неудобно. А теперь ландшафт. Впереди остров. Там вдалеке можно видеть самую центральную часть острова Венеция. Мы там уже погуляли в эти дни. Погода очень хорошая, солнце очень ласково и не припекает. Очень хороший ветерок, просто исключительно здорово. Какие волны. А сегодня до обеда мы купались. Вот тогда было вообще исключительно здорово. Мы собирали ракушек. Ракушки большие и маленькие. Но не зелененькие. Ну, зелененьких не было. И не синенькие. Были рифленые, темные, в полосочку, беленькие. Зелененьких не было, синеньких не было. Может быть, я из этих ракушек сделаю себе бусы на память о Венеции. Так. Была хорошая идея. А вот на, по ту сторону тоже видны здания. В итальянском стиле. Венецианском, я бы сказал. Многие из них настолько являются древними. Привет, привет. Что-то я мало не боюсь снимать. Теперь пойдем туда. Может быть, сядем. Нам же далеко ехать. Давай. Теперь можно даже и отключить. Хорошо, давай. А вот мы уже и на острове Мурано. Ну, Спартак проспал, поэтому само событие, когда наше плавучее судно пристало к пристани, чуть было пропущено. Тогда будет лучше тебя видно больше. Было пропущено. Угу. Вот. Но тем не менее, покажи ту землю острова Мурано, по которой мы идем. Вот наши ноги со Спартаком. Показывай мои ноги. Видны, видны. И твои ноги. А вот их уже сразу тут всякое стекло. Уже первые пошли достопримечательности. Да. Маски вон, стекло. Please don't touch, не трогать. Понятно? Ну вот. Дальнейшая наша передача будет продолжена в зависимости от того, что мы будем видеть. Пока что вот то, что первое впечатление. Вот Спартак сейчас и себя покажет все-таки. Это да. Спартак. Сонный. Ты сама снимай, если хочешь. Нет, все. Давай, Галя. Ну вот, мы побывали на острове.
Урану. А сейчас собираемся поехать на остров Урану. Сейчас Спартак тоже что-то скажет. Послушаем его. Спартак, пожалуйста. Ну, нам Урана. Нам Урана мы будем немножко позже. Ты возьми и все, я же не могу. Нам Урана мы будем несколько поздно. Не посмотрели мастерские. Ты смотри сюда, чтобы меня выбрал. Ну зато насмотрелись музеев, магазинов различных. Побывали как в музее, действительно, да. Цены, в этих магазинах. Цены иногда как в музее, иногда приемлемые. А вот это мы собираемся уже. Вот наш опыт уходит на Бурана. Поехать на Бурана. Подошла наша лодка. Там, все. Там рыбацкий поселок еще можно добавить. Рыбацкий все. Поселок. Посмотрим, что там. Чао. Итак, мы добрались до острова Урану. Вот на этом теплоходе. Да. Попает-то. Посмотрим, что нас здесь ждет. Поэтому детали, подробности уже позже. Пока что погода нам благоволит. Сейчас еще Спартак что-то хочет сказать. Давай, хочет Спартак. Хочет сказать, что конец сапит. Итак, очередной туристический день у нас постепенно завершается. Завершается он на острове Бурено. Бурано. Бурано. Мы сейчас такие сытые и довольные вместе со Спартаком, потому что вышли из ресторана, местного ресторана, где очень вкусно поужинали. Колоритно, итальянской национальной пищей. И слегка соловели, поэтому забыли о том, что можно и нужно было вести с нашей съемки и из этого ресторана тоже. Ну а сейчас Спартак да скажет за меня эту свою мысль. Пожалуйста. Было вкусно, попробуйте повторить. Теперь нас ждет длинный путь домой. Вот там слышался. Вон кошечка снимет. Так, кошечка. А теперь и кошечку снимем местную. Это краса. Не, только не гладь. Не гладь. Местная кошечка. Собак и кошек здесь очень много. Они очень красивые, разные, неповторяющиеся. Вот это одна из местных достопримечательностей. Скульптура, которая изображает женщину с заломленными руками. Ну, какой-то фрагмент истории, по всей видимости. Вон можно заметить водокачку. Так, рядом, совершенно верно. Это тоже одно из национальных достояний, потому что такие колонки по всей территории, не только на этом острове Бурено, но и на Мурано. И на Вене, и в Венеции. А также в самой Венеции. Вот оставшиеся немногочисленные туристы, которые, как и мы... Только кушают рыбу. И они тоже, как и мы, припозднились. Отсюда мы будем выезжать. Выплывать. Да. Выезжать, выплывать, потому что это и есть наш обратный путь. Домой. Домой. А наш дом, временное пристанище, это вилла Стелла. Вилла Стелла. Так. Че? Ну что, Спартак? Вот еще одну кошечку можно захватить. Ну, мурка. Да. Тигровой породы. Никого не боятся. Как у Кати. Ой, как у Лены с Катей. Никого не боятся. Ходят спокойно, свободно. Кошки такие же, как и везде, а вот собаки совсем разные, да? Не то, что совсем разные, а породистые, различные породы. Угу. Совершенно верно. Вот обзор пристани, с которой мы через несколько минут будем уезжать. Расскажи о бабочках. Да, одной из достопримечательностей этого острова, а именно местные кружева, мы приобрели. Это будет бабочка.
Бабочку можно будет потом посмотреть дома. Их две, одна маленькая, другая большая. Это очень хорошая память об этом острове. Ну ты расскажи, что за тип кружев, кружевная. Ну, Спартак мог и сам это сделать, потому что он слушал, внимательно слушал, как объяснял предофец, мать которой изготовляет эти кружева, что это ручная и работа очень кропотливая. 6 часов одна маленькая бабочка занимает. Вот. Потому что там у них техника специальная. Не спицами делается, как большинство, или как машинкой, а вот на металлические штучки они вот как-то их накручивают, непонятно. Иголкой, в общем, чем-то там. И специально. Что еще хочется добавить? Каждое изделие уникально и не повторяется. Да, дизайн они все время меняют. Уникально не повторяется, поэтому в этом тоже очень большой интерес представляют эти самые их ручные работы по кружеву. А еще мы видели Пизанскую башню местную. Или, да? Или мы косые, или она. Одно из двух. Но башня местная действительно пойдем. Стоит неровно. Побежали. И так приближается наш... Быстрее! Может, что-нибудь тебе порассказывать пока? Да? Да. Ну, сейчас Святого Марка. Сейчас полдень. И вот эти звон, это звук колокольчиков, которые здесь находятся рядышком. Каждый из этих колоколов очень уникален. Один из них хорошо виден на снимке с изображением двух фигур. И вот каждый из этих фигур, она в ее время что-то там делает такое и чего происходит. И рядом там басы, подхватывает разносящийся басы. И тоже мы слышали его. В результате у нас получается созвучие двух колоколов в какой-то момент. Это очень интересно. Ага. Снимай, что вот. Нет, ты снял его? Ну да, я его снимал. Двигаться. Мы стоим пока в очереди, чтобы войти внутрь базилики Святого Марка. Вот, можно немножко видеть. Там вот очередь, и уже мы недалеко от входа. Очередь длинная, но двигается достаточно быстро. Фасад выложен много мозаики, мрамора. Предположительно, мозаика сделана из песков Мурана, то есть стекла Мурана. Что Мурана? Где мы были вчера? Здание? Ну, этого это великие. И 11-12 век, я точно не знаю. Во всяком случае, сама площадь, освоение ее началось еще 11-12 века, да? Да. И постепенно она к ней подстраивали другие здания, вплоть до 18-го. Так. Вот. Мы приближаемся к входу. Какая красивая мозаика сверху. Очень много росписи, архитектурных украшений. Так, нельзя проходить шорты и сумками, и с едой. У меня есть короткие шорты, еда и сумка. Надеюсь, меня пропустят. Желаем мне удачи. Ну все, до связи.